Друзья, снова всем привет. Ну что, бабье лето пока продолжается. Надо не терять время, а наслаждаться этой классной погодой, этим теплом оставшимся. Скоро наступит какая-нибудь промозглая погода, что-нибудь в этом духе. И, конечно же, я не теряю время, отправляюсь на рыбалку. Цель у меня сегодня поймать судака. Посмотрим, что у нас из этого сегодня получится. Погодка сегодня просто великолепная. Сегодня у нас 8 сентября. Но, к сожалению, мне получается вырваться только на вечерку. Но я думаю, времени на рыбалку мне достаточно. У меня будет порядка 4 часов на ловлю. Так что будем надеяться, что судак сегодня не подведет. Будет ловиться и порадует. У меня прям аж, блин, у меня дрожь в руках. Я так хочу почувствовать судачью поклевку судаковую. Это мне, ребята, не знаю, это ломка. Просто ломка наркоманская. Желание, друзья, погнали искать себе местечко, где встанем. Сейчас по эхолоту какой-нибудь рельефчик попробую обкидать. Сегодня будний день, народу не так много, поэтому шансов поманеврировать гораздо больше, чем в выходной день. Так что, я думаю, должен нам сегодня успех улыбнуться. Опа, поклевка. Тук, ребята, четкая. Такая нежная-нежная вообще. На свале прям. У меня свал начинается под, ну, почти под лодкой. Уже вторая поклевка. Супер, супер гуд. Травы намотал. Ну-ка. На приманке есть следы. А вот, вот надрывы. Вот раз и два надрыва. А, его посеченная новая приманка. Как раз испытываю свои новые приманки. Блин, классно. Эх. Отлично. Погодка сегодня радует. А, вот 14 грамм груз вполне справляется. Обычно течение такое, что бывает и тридцатку приходится кидать, а то и больше. Сегодня, блин, изумительно просто. 14 грамм спокойно пробивает, вообще шикарно. Поклевка, бамс, такая классная, ребят. Фу. Ну такие тычки у него нежные. Так, это третья. Прям такая нежнейшая поклевка, прям четко видно, чувствуется в руку все. И здесь, и следом догнал. Следом со второго раза бахнул. Что там? О, шнурокопет. Шнурокопет. Это поклевка злая, самое главное. Отдай приманку, не рви мне ее. Она у меня с собой, по-моему, одна. Вот так вот. Огрызочек, друзья. Пускай идет. Подрос. Зато поклевка злая. Первая была не так, вторая прям бух, такая четкая. Ой, как я это дело люблю, ребят. Это самое лучшее, что может быть в рыбалке. Ну, одно из самых лучших. Рыбалка любая лучшая, но это одно из самых лучших моментов именно судачьей поклевки. Кайф. Класс. Класс. Это поклевина, друзья. Вот это отдай спиннинг называется. Просто отдай спиннинг. Рыба не крупная, а поклевина серьезная.
Хотя бережет лодки, ощущается она покрупнее как-то. Может, в зачете даже. Давай, давай, покажись. Ну, жарёха. Вот такая, ребят, красота. Ну, это уже зачетная рыбина, можно брать. Ну вот, ребят, уже рыбалочка удалась. Класс, конечно. Балдеж, да и только. Такая еще и поклевина, блин, отдай спиннинг. Вот это я понимаю. Кайф, да и только. Знаете, друзья, бывает нередко, когда вот спокойная солнечная погода, бывает, он просто не хочет клевать. Ну, нередко такое. А сегодня и день погожий, и рыбу клюет. Это вообще такое удовольствие. Еще так тепло достаточно. Я просто куртку одел, ребят, только по одной причине, что мне нужно заряжать камеру. Длинный провод сломался, чтобы в карман засунуть пауэрбанк. Так, конечно, можно загорать, потому что здесь нагрудный карман, у меня только короткий провод остался. Все, стащила приманку, ребята, раздолбала в дребезги. А у меня она была одна. Досада, есть в таком свете другая. Ну, что-то попробуем. Другая форма, не факт, что зайдет. Опа. Я уже бедную раздолбала, у меня приманку там она. Поклевок-то не все в кадр просто попали. Поклевок у меня уже штук 8 в общей сложности. Вот 2 этих поймал, и вот пару сходов еще было. Блин, нифига себе удар. Блин. Сошел. Фу, вот это, ребят, поклевина была. Тоже класс. Поперебирал несколько приманок и подобрал ключик снова. Была такая, как сорвала приманку, пауза такая случилась, и подобрал нужную, все работает. В этой же форме, только чуть-чуть другой цвет. Блин, класс, ребята, вообще бомба. Это просто бомба. Ну-ка. Так. Повреждений не оставил, но поклевка-то железная. Как даст, так даст. Я вообще в шоке, блин. Такие злые поклевки. Вообще непередаваемые, ребят. А когда это все в руку ощущаешь, это бомбезно просто. Знаете, сколько сходов? Я уже просто их не буду показывать. Вы меня аж заругаете. Короче, я уже просто переоснастился на двойник, потому что на головку ну никак не засекается. Поклевок, ну, ребят, просто немерено. Подобрал со дна. Иди сюда, куда ты поехал? Куда ты? Ну, зачета нама. Стой. Стой, куда ты поехал? Стоять, Зоренька, куда там якорь же?
И надо подъехать. О, хорошенький, хорошенький. Фу. Фу. Вы просто не представляете, сколько у меня было сходов. У меня просто головки такие конченые. Маленькие головки, там десятки всякие, там, ну, короче, до 14 грамм. Они у меня все нормальные, а вот что касаемо больших, надо уже давным-давно обновлять. Вот приманка, это, ну, короче говоря, вот это именно форма работает. А более крупные веса надо просто все обновлять. Крючки, короче, конкретное овно, овняное. Вот, поэтому у меня сход на сходе, я не знаю. Именно не то, что просто тычки, сходов просто еще не имею. Я уже не знаю, куда от них деваться, от этих сходов. Короче, отковырял двойник, поставил, и все. И все. И тут же сразу с первой же поклевки реализация. Вот такой вот, ребят. Это уже, ребят, за килушный. Кило 300 где-то такой. Нормальный. Жарюха. 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 Так. Обычно мне, друзья, головки не подводят, как правило, но сегодня это какой-то кошмар. Просто, что за фигня? Ну ладно, там было у меня одну приманку стащила, одного хвост откусила. Ладно, это не считается. Ладно, там за хвост, может быть, ухватила, там приманка была раздолбана. Ну, то, что у меня сегодня сходов, ну клев просто какой-то бомбический, ребят. Я просто, ну, все поклевки не записываю даже. Нифига себе, нифига себе ударище. Ёлы-палы. Прям под лодкой вылетел, друзья. Дефекцион, странно, не отработал. Там небольшой, ребят. Просто его за задницу. Иди сюда. Нифига себе. А такой ударенно был. Я чуть штаны не надел. Просто, видимо, бил, промахнулся, ему крючок в задницу впоролся. Ну такое. Около зачетник, но я уже его отпущу. Да стой, 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 сейчас дай-ка. Такой вот, ребята. Ну да, зачетник, но нафиг. Такой уже пойдет, пускай домой. Стой ты, стой. Дай тебя отпустить нормально. Ну вот такой вот, ребят, небольшой малыш. Отпустим. Пускай. И идет на подростка. Ну блин, вот он дал, конечно. Я думал, там просто трофей. Что-то фрикцион-то непонятно. Как-то он нормально. Подкусывает что-то. Что-то подзакусил. Катушку уже надо обслужить, пора. Смазать. Дам с поклеем. Ребят, просто турбоклев какой-то начался. Течение пока на меня идет. Фигасе. Прытки. Ну, блин. Еще фиг заведешь. Есть контакт. Течение здесь, конечно, бойкие. Моща. Прям моща. А, вот причина сходов, ребят. Все, осень началась. Подбородком клюет. Вот видите. Вот вам и причина сходов. Неимоверных количество поклевок и сходов. Осенний судак, все.
началось. Красота. Ну, друзья, такой очередной красавчик. Ну, тоже отпустим. Мне хватит уже. Пускай идет он. Это зачетный, но мне рыбы хватит. Вот так что не в головке было дело. А скорее всего, все-таки то, что по-осеннему он начал клевать жать. Вот, до судака. Опа, поклевка. Игорь, давай перезвоним. Ну. Ребята, это вообще какой-то. Мне нет слов. Блин, так сопротивляется. Блин, неужели там хороший? По ощущениям хороший. Какой-то на самом деле непонятно пока. Давай поднимайся. Ну, неплохой. Вполне такого можно взять. Вообще нарядный. Вообще нарядный. Да стой. Вообще нарядный, ребята. Двушечка. Двойничок рулит. Сразу сходы прекратились, как насадил его. Ну, двушечек не будет, ну, кило 800 где-то. Уже без меня не полезу, не хочу. Это не такой трофей, чтобы его взвешивать. Да, друзья, солнце уже низко, наша вечерочка подходит уже к завершению. Поклевки продолжаются. Кайф, конечно. Жалко, что я не на целый день здесь был. Ну, я, в принципе, и так душу отвел неплохо. То есть вообще, блин, так я оскомину сбил. Просто столько в руку сегодня, таких ударов мощнейших чувствовал. Это просто, ребят, не передавай. Кайф. И с погодкой так просто. Ну все, друзья, решил я до темна не дожидаться, хотя я обычно люблю именно до самого победного досидеть, уже еще светло. Я уже собрался, еду в сторону дома, потому что завтра рано очень вставать на работу. Сейчас пока доедешь, пока помоешься, сами понимаете. И на сон времени не так много останется. Короче говоря, друзья, душу я отвел на этой вечерочке, чего я вам всем желаю. Бывать на таких же классных рыбалках, как и я сегодня. Ну и как всегда, всем здоровья, всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч на водоеме. Всем пока.